Меня зовут Сергей Васильев. Я народный артист Бурятии. В ближайшие несколько минут расскажу, что нас ждет за окном в воскресенье 5 мая. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно, днем плюс 15, ночью минус 1. Ожидается усиление порывов ветра до 8 метров в секунду. На юге республики облачно и небольшой дождь. Днем плюс 19, ночью плюс 4. Скорость ветра 7 метров в секунду. В западной части Бурятии малооблачно. Днем плюс 16, ночью минус 3. Порывы ветра поднимутся до 9 метров в секунду. В столице Бурятии снова дождь. Днем немного похолодает до плюс 16, ночью потеплеет до плюс 6. Скорость ветра 7 метров в секунду. На этом у меня все. С вами был Сергей Васильев. Пусть в вашей жизни всегда будет солнечно. И помните, для хороших актеров нет дурных ролей. Всего вам доброго. Снижен иммунитет, сахарный диабет, аллергия, системные заболевания, проблемы с кожей или с женским здоровьем. Может помочь плазмаферез. Процедура очищения поправит здоровье и приостановит старение. Процедура доступна в Улан-Удэ. Намина – единственная в Сибири и Дальнем Востоке лицензированная клиника плазмафереза. Ранжурова 1, запись по телефону 56 10 10. Очищение крови, сохранение молодости и здоровья. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Возрастное ограничение 12+.